26 октября Егор намылился купаться. Ты серьезно? Да. Я даже не знаю, как это будет выглядеть сейчас. О, дорогой мой. А тут тишина, покой, это классно. Помаши. Там вот на Магадане есть народ чуть-чуть. Такая дымка, вон ничего не видно. Корабль стоит. Ну зайди хоть по колено, что ли. Попробуй, что ли. Ну так и вот, ну зайди по колено. Ага. Мне классно, конечно, что 26 октября ходим на море. Никого нет. Там прям дымка такая вообще. Ёжик в тумане. Сынок, помаши. Это что ты слышишь? Город с деревьями. Город? С деревьями. Нет, а это дом. Что маленький домик для города? Это как раз деревня. Ну, я и говорю деревня. А, деревня с деревьями? Да. Сейчас его запись послушает. Позвонила учителю английского языка. И меня трясет вот так вот. Понятно? Просто вообще ужас. У тебя... Я вот просто не могу. Вы чем сейчас занимаетесь? Мне надо заниматься, чтобы он занимался уроками. Садись уже. Егор. Двойку получил? Я. Пятерку. Почему? Поезо. Художник. Ну теперь давай передавай привет. Бабушка сказала, что тебя надо научить, раз ты не умеешь. Кому передавать? Бабушке, дедушке. Бабушка, привет. Дедушка, привет. Бабушка, сюда привет. Смотри. Дедушка, привет. Все. Ну вот и все. Бабушка также положит тебе одну конфетку, потом думает вторую. Все, хватит. Все. А он что, за конфетки, что ли, привет и передает? Конфетка, ну а что, блин, привет. Тяжело вот как-то сказать.
Ну, бабушка говорит, научите, потому что он, видно, не умеет. А ну-ка, смотри сюда. Рассказывай стихотворение. Какое? Не знаю. У лукоморья дуб зеленый. Не знаю. Да все, смотри на дорогу.